Быстро, профессионально и без зеркала. Так в трех словах можно охарактеризовать концепцию косметической марки Benefit. Ну а если говорить о первом впечатлении, оно сводится к словам «легко, кокетливо, стильно». Сама история появления Benefit напоминает не то молодежный сериал, не то мюзикл. Известные модели и визажисты, сестры Джина и Джейн Форд в далеком 1976 году решили создать в Сан-Франциско необычный веселый бренд косметики. Бутик сестер Форд напоминал кэнди-шоп. Основными отличительными чертами нового магазина стали его необычное оформление и интересные упаковки в стиле ретро. Benefit – это всегда быстрое решение дилемм красоты. Мы на лету, на бегу, на ходу можем сделать идеальный макияж, даже не используя зеркало. Название Benefit состоит из двух слов – итальянского «bene», что значит «хорошо», и английского «fit» – «форма». Юмор, присущий бренду, отражается и в занимательных названиях, которые представляют собой игру слов, и при этом удивительно точно отражают концепцию того или иного продукта – гель для бровей «Ready Set Brow». Корректор для глаз Fake Up или серия продуктов для уменьшения пор и выравнивания кожи Pore Fashional. У нас есть линейка Pore Fashional, которая стремится сделать, опять же, идеальное лицо в одно мгновение. Так, например, у нас есть бальзам, который можно наносить на лету, на бегу, на ходу, без зеркала, в качестве основы, самостоятельно, либо поверх макияжа, продукт, который великолепно подойдет для любого возраста, для любого типа кожи, при этом он очень здорово сглаживает рельеф кожи, делает его более гладким, мягким, ровным, матовым. При этом продукт не заметен на коже, очень мягко, легко распределяется. Продукт прозрачный, он несет в себе цветовой нагрузки. Это значит, что можно смело использовать как сейчас, так и после отпуска, когда личико будет более загорелым. Также этот бренд был первый, кто предложил коррекцию бровей непосредственно в точке продаж. Используемая техника коррекции бровей ABC обещает каждой клиентке максимально выразительную и натуральную индивидуальную форму бровей. Как это делают во Франции, так это делают и в России. Как это делают в Соединенных Штатах Америки, так это делают и в Австралии. Это значит, что, вернувшись из отпуска с голливудским изгибом из Парижа в Челябинск, вы можете вернуть свои брови либо сделать их такими же, как вы это делали во Франции. Коррекция производится с помощью теплого воска. Эффекта хватает на 3-4 недели. Это менее болезненно, но при этом очень чистая, комфортная процедура. Это коррекция. Кроме того, на длительный срок эффекта хватает на 3-4 недели. Сегодня, когда профессиональный и преувеличенно правильный макияж совсем не в моде, многие бренды выпускают продукты из арсенала визажиста в формате, удобном для домашнего использования. Benefit – один из них. Расширить свои знания и поменять представление об актуальном макияже сейчас самое время. Узнать еще больше о модных тенденциях, стильных сочетаниях и актуальных цветах сезона можно на нашем канале в YouTube Beauty Time.